В Могилеве все-таки будет театральная весна. Март-контакт отменяется в связи с коронавирусом, но на сцене Могилевского областного драмтеатра пройдут 4 спектакля от белорусских театров. И каких? К примеру, один из них – нашумевшая постановка «Шлюп с ветром» Республиканского театра белорусской драматургии. Этот спектакль буквально днями занял первое место в рейтинге белорусских критиков, журналистов и блогеров. И в столице билетов на него на март-апрель уже нет. А вот в Могилеве еще есть. Но сначала о возврате билетов на спектакли «Март-контакта». Билеты будем принимать и желательно вернуть в кассу театра до 27 марта, то есть в сроки, в которые должен был пройти форум. С 12 марта билеты принимают в театральной кассе. Всего их продали около 5000 на 25 спектаклей. Стоимость возвращают наличными или переводом на банковскую карту в зависимости от способа оплаты. Подробности можно узнать в кассе или на интернет-страницах театра. Публика и участники форума отреагировали на решение властей отменить март-контакт с пониманием. Собственно, причины веские. В 9 из 11 стран-участниц зарегистрированы случаи коронавируса. Для проведения необходим дополнительный комплекс противоэпидемических мероприятий, которые требуют большого временного промежутка времени. Кроме того, это мероприятия, которые требуют больших и организационных мероприятий, и финансовых затрат. Форс-мажорные обстоятельства принесли финансовые потери, в том числе и для театральных коллективов из других стран. Возможно, они смогут приехать к нам в будущем году. Следующий год это будет предмет переговоров с театрами, с их графиками и так далее. Но я думаю, что во многом программа будет сохранена. Во-первых, потому что здесь в программе действительно было много интересных и свежих работ, так, которые, конечно, через год не потеряют своей актуальности и интереса. Что касается могилевских театралов, то им предлагаются в последнюю декаду марта 4 спектакля от белорусских театров. Объявлено, что билеты, проданные в рамках форума на постановку «Увидеть розового слона» от минской независимой театральной компании «Homo Cosmos» действительны на 22 марта. Главной роли, кстати, хорошо известный могилевчанам Иван Трус, продолжающий успешную творческую карьеру в столице. Могилевский областной драмтеатр покажет «Тартюфа» постановки Екатерины Аверковой, которую называют сегодня одним из самых интересных режиссеров Беларуси. Мольер написал «Тартюфа» больше, чем 3,5 века назад. Но хотите ли вы узнать, зачем на сцене огромный розовый холодильник с крестом? И, наконец, 2 спектакля от Республиканского театра белорусской драматургии. Постановка «Бетон» – древнегреческий миф про Орфея и Эвридику в совершенно неожиданном месте – в бетонных стенах. И «Шлюп с ветром» – одна из самых ярких белорусских постановок последнего сезона, так считает театральный мир. Это потрясающий бонус для любителей театра в Могилеве. Современная история со старинными обрядовыми песнями. Говорят, благодаря таким спектаклям, как «Шлюп с ветром», ходить в театр снова стало модным. Но состоятся ли эти спектакли, полной уверенности нет, а только надежда. Пока в Беларуси отменены массовые мероприятия только с международным участием. Мы все-таки сподеемся, что театральный тыдень у нас отбудется. Ну, зразумела, на соцсетку мы не можем это сказать, але есть шансы, что мы покажем гэтыя спектакли. Спектакли, скажем так, хитовые. Это просто бомбы апошняга театрального сезона. Сам Могилевский драматический театр продолжает работать в штатном режиме. Идут репетиции и спектакли по афише. Театральный март в своем праве.